Парламент принял большинством голосов декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовало 54 депутата партии социалистов и парламентской группы «За Молдову». Также в документе решения Конституционного суда названы тоталитарными и диктаторскими. Парламент также обращается к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова. До начала голосования за декларацию заседание покинули фракции партии «Действия и солидарность» и платформы «Достоинство и правда». Напомним, Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы из-за неспособности назначить правительство в соответствии со статьей 85 Конституции. Об этом сообщила глава КС Домника Манолия.